Да, я прошел снова первый моментум. Как можно догадаться, тут их всего 9. И вот страшная штуковина, откровенно. Уолден был совершенно измотан и не мог объяснить, что же происходит в его деревне. Мистическое существо оставило ему письмо, в котором содержится вызов. Тысячи вопросов прошли через его ум, но он знал одно. Что его задача — это разгадать эту загадку, боже мой. Лес семи мун. Ну, ништяк, нас теперь в лес кинуло. На кой ты в лес-то попёрся, чувак? Холмы-то тут какие шикарные. О, даже карта есть. Прикольно. Вот огонь горит там. Ништяк. Что-то теперь все зеленое, странно. Ну, развести огонь. Bonfire. Что, костяной огонь сделать, что ли? В чем прикол? Ну, лады. Оп. Воу-в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 оу. То есть надо досок накидать. Понятно. То есть бон это все-таки не кости, а поленья типа. И чё вот я, чем больше поленья собираю, тем ближе слендер, что ли, или как? Ага, вот поленья еще. Ну давай, бери. Бери, но я знаю, что ты сильный, нифига. Мне бы такую силищу. Надо осматриваться по сторонам, потому что я подозреваю, что кто-то мне тут дышит прямо в ушко. Вообще шикарно здание, 5 бревен лежит рядом. О, кстати, огонь просвечивает через бревно. Классно. Шикарно здание, 5 бревен лежит прямо рядом с огнем. Надо просто перетащить их с одного места на другое. И ничего не происходит. Это вот, вот это напрягает, когда ты что-то делаешь, а ничего не происходит. Обычно это в хоррорах по-другому. Опа, 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 опа. Я глюки ловлю, чуваки. Походу за мной кто-то следит, типа кто-то пьяный. Или алкоголик. Наркоман. У которого все плывет в глазах. И вот он видит наш огонь слева. Похоже, это какой-то враг. И чё? Ау-ау-ау-ау-ау, чё за звук-то? Ва-а-а-а-а! Это чё за... Ты какая-то... Змея, что ли? Офигеть, она меня укусила, я сдох. И вот мне показывают, какой я труп. На самом деле, я просто врезался спиной в какое-то препятствие и не смог от него убежать. Ну, это странно, хрень какая-то гигантская змея на меня напала. Ладно, попробуем снова. Игра для наркоманов. Так, ну соберем поленья. Надеюсь, мне 6 патронов хватит, чтобы убить эту штуковину. Гигантскую анаконду. Охотника, жрательницу, которая плюется кислотой, но при том кусает жертву, чтобы ее убить. Так, ну хватайся. Оп, нет, нет, не сюда, да. И последнее бревно. И я готов встретиться с тобой, наркоманская змеюка. Я не врежусь в этот раз в этот камень гребаный. И это даже нельзя пропустить. И вот она сейчас на меня нападет. Давай, давай, я готов! Оп-оп-оп-оп-оп! На тебе в глаз! Я опять застрял, я застрял! Нет-нет-нет-нет-нет! Пошла вон, пошла вон, пошла вон! На! В лицо тебе! Беги, Форест, беги! Мы играем... хоровод со змеюкой, с гигантской. Подозреваю, что я выиграю, потому что у меня есть ружье. Но... Ну... Да, я, кажется, все-таки выиграл.
гигантская змея, которая светится. Ой, я забрал у нее клык. Вы отравлены. Отправляйтесь в горы и ищите медицинскую помощь. Шикарно. На кой хер ты поднимал копье-то это? Че, Гарри Поттера, что ли, второго не смотрел? Ну, ё-моё. Да, теперь мы будем сами наркоманские, и надо куда-то нам идти, чтобы найти лечилку. Нажмите карту, чтобы открыть мини-карту. Лады. Нажал. Да, музыка расслабляет. Я упал в какую-то канаву. Боже мой, я застрял. А, нет, вылез снова. А что там светится таким красным? Это, наверное, путь, который надо пройти. Или это просто я упоролся в край? И у меня даже на мини-карте что-то моргает. Довольно странно, что где-то в этих лесах живет гигантская змея, учитывая, что она живет в джунглях обычно. А это где-то в Америке вообще. Наверное. Хотя кто его знает? Кто его знает, где мы находимся? Боже мой, может быть, я уже давно умер, и это ад. Потому что я заблудился. Я не ведаю, что творю. Я не ведаю, что несу. Да, главного героя отравили, потому что этот чувак взял, видать, лизнул клык у змеи. Острых ощущений чуваку не хватает. И кажется, я приближаюсь к своей цели, потому что карта вообще-то кончается. Да, вон гигантская стрелка показывает нам, куда надо идти. Оп-оп-оп, гигантская стрелка, боже мой. Привет. Да, я попал куда надо. Загрузка. И на этом кончилось. И вот нам показывают змеюку, которая шипит, просто издает неприличные звуки. Мы начнем следующим моментом. Уолден был отравлен. Чудесным образом он излечил себя с помощью редких медицинских трав. Конечно, это ж что? Охотник не мог поверить, что он был атакован гигантской змеей. Его видение было размыто. Но он мог видеть, что это только начало. И это, судя по всему, оборотень таким образом нам показался. Острые горы, Нэроу, наверное, такие. И у нас снова 6 патронов. И походу, чувак принял травки, и еще хуже стало, короче. Теперь мы не отравлены, теперь мы под кайфом. И тут голова. Уху! О. Уху! Ну, ладно, возьму патрончики. Оп-оп-оп. Теперь у меня 12 патронов, да. Кто-то опять сожрал ровно половину лошади. Причем самую невкусную ее часть. Ну ладно. Нам, наверное, надо попасть вон в тот домик, потому что тут других путей пока я не вижу. Я сейчас там опять лестница валится, еще что-нибудь. Ну, я надеюсь, сейчас на меня тут никакая гопухундра не выпрыгнет. Ну, нет, я рано закричал, да? Ладно. Нет. О! В натуре чувак под кайфом, тут такая музычка заиграла приятная. Он не может пройти через ошметки, поэтому я их отодвину так бесцеремонно. Не знаю, зачем мне столько патронов, наверное, на меня еще 3 змеи нападет. Дум-дум-дум-дум-дум-дум. Чувак, внутри какие-то классные травки нашел, потому что вообще его плющит по-жесткому. Ну, нам это больше по кайфу. Наверное. Может быть, я не так сильно пугаться буду по этому поводу.
Так, ну-ка. Оп. Дверь закрыта, отлично. Я подозреваю, что ключ я просмотрел где-то наверху. Поэтому придется вернуться снова туда. Может, его там и не было на самом деле. Может, это все иллюзия. Ой, я сплю. Набухался и пускаю слюнку себе в подушечку. Так, ну и где здесь вообще может быть ключ? Может, бочечки? Нет, тут нет. Здесь тоже нет. И здесь нет. Я точно уверен, что ключа здесь нет. Может быть, под телом? Нет, нету. Под Гариком тоже нет. Это что, у него голова такая была? Да, здесь ключа явно нигде нет, но дверь все-таки заперта. Что же делать? Что-то, по-моему, мне все хуже и хуже становится. Вообще все размыто. Может быть, дальше выше можно подняться? Ага! Кто бы знал, что тут есть потайной ящичек. Прям вообще без палева так. Ключ. У нас, походу, главный герой телекинетик. Такая мужская половозрелая версия Кэрри. Наверное. Надеюсь, сейчас на меня никто не выскочит. Чуваки, я больше не хочу в ней играть. Это же проходной хоррор, я боюсь ведь все равно. Да на кой хер тут вообще ключ-то нужен был? Там можно было руку просунуть и просто заглушку убрать. Добраться до вершины гор. О, ёптуй, что такое? Опять со мной кто-то гонится, походу. Новый монстр. Я, он только что спустился оттуда, где я был, как я его мог его не заметить. И это уже не змея, потому что она как-то скачет. И залезла на гору. И типа я туда должен добраться зачем-то. Так. Вы не можете убить существо, но вы можете замедлить его. Ну шикарно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Че за монстр-коняшка какой-то? Это даже не прикольно. Да, это оборотень зеленый, отравленный, наверное, типа. Оп-оп-оп-оп-оп. Надо мимо него пробежать. Бам! Понятно зачем. Вау, я застрял в дереве! Боже, куда идти? Так, так, так. Давай, родной, родной. Давай. Я убил, кажется, его. А, что, что, где? Вы показываете-то хоть, ну, вон он, вон, вон. Лошепедра. На, собака. Так-то ты меня не напугаешь, сволочь такая. А куда идти-то? Учитывая, что нам дали аж 20 патронов, то тут мы бродить будем много. Воу-воу, опять-то, блин, где? Где? Вон ты где? На хедшотом! На вершину горы я должен забраться. Забраться на вершину горы я должен. Давай. Музыка вообще тащит в этой игре. Самая нормальная часть игры там музон. Ну и дом из кирпичей, который я построил уже, наверное. Своими пятками. Оп-оп-оп-оп-оп. Ты чего вообще? Ой-ой-ой, он не умер, он не умер, он не умер, он не умер. Надо еще попасть разок. Давай, перезаряжай, брат. Ой, я промазал! Так. Опять покажет. О, тут даже чекпоинт был. На самом деле здесь не так легко прицелиться. А особенно еще сложнее попасть. На! Первый раз надо 3 раза в него попасть. Ну давай! На! Все, убил, ништяк.
Бежим, бежим, бежим. Жалко, тут нельзя бежать. Давай. Родной, это оборотень кенгуру. И тушканчик в одном. Это самый страшный кошмар. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Какая у него... На! На самом деле, очень сложно в него попасть. Потому что тупо я не могу прицелиться. Потому что я играю за наркомана и алкоголика. И у него трясутся руки. И вообще, я чуть не обосрался. Так, давай, давай, иди, иди. Странно, что он нападает всегда только спереди. Но нам это на руку. Оп. Но я хоть больше шансов прицелиться. Где, где, где? Вон, бежит. Бах, да, отлично. И он просто в кружочек превращается и исчезает. Давай, родной. Ты сможешь добраться. Совсем чуть-чуть осталось. Вот она, вершина горы. Уже рядом. Трава появляется прямо у тебя перед лицом. Но она меня не остановит. Да, конец карты, я прошел. Я прошел. Нет, 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 я же прошел. Попал, боже мой. На, да. Так, а куда идти-то, ё? Я же на вершине горы. Все, я добрался до места. Карта кончилась. Я вообще ушел за пределы карты. Походу я сломал игру. Потому что ничего не происходит. Монстр не появляется. Музыка кончилась. Так, вот я появился снова на карте. О-ха-ха-ха. Так, и чё? Так, сюда нельзя. Невидимые стены. Ладно, будем идти куда идется. То есть вот я ухожу снова за карту. И в небытие попадаю. Так, походу надо идти туда, где есть трава. Потому что где нет травы, туда нельзя идти. Нам это... О, вон, мост вижу. Походу мы играем за хи... за этого. За ганджубанщика. Ну ладно. Вот снова мост какой-то, он кривой, висит прямо в воздухе. Это дуэль. Как он идет-то? О, побежал, побежал. На. Ой-ой-ой-ой, я думал, с первого стрела умрет. Блин, фигово. Давай. О, как он прыгает-то, как он прыгает. Еще что ли надо стрельнуть? Офигеть. Давай. Да. Бум. Это, походу, у нас чувак борется с похмельем, которое представляет себя... Из себя верву. Ааа, твою нахер. Зачем так делать-то? Я оборотня только что убил. Пошли вон. Короче, тут оборотень, походу, не самое страшное. Оп-оп-оп, опять. Опять вервульф. Блин, опять не с первого выстрела. Давай, перезаряжайся. Промазал, черт, ну попал ему в бедро. Я попал ему в бедро. Вау, какой он страшный. Большой, страшный серый. Он опять не умер, черт, беги, Форест. Я вижу там впереди что-то, кирпич. Я вижу кирпич. Бах, блин, он не умирает, короче. Давай, давай, я уже далеко за картой. Снова мост. Я... Нет, он, я думал, не отстал. На! И он опять не умер. Черт, опять мост. Я должен прыгнуть. Я прыгнуть должен. Во-хо-хо! Хо! Так, мы побороли вервульфа. Это было сложно. И тут еще какая-то неведомая хрень помимо этого происходит. Я вижу, как передо мной пролетел стул. О. Так, и на этом мы эту страшную игру закончим. Ставьте лайки за мои крики, надеюсь, вам понравилось.